Другим темам – посетить Индию, не покидая Калининграда, а теперь это возможно. В морском выставочном центре Музея Мирового океана Светлогорске презентовали новую экспозицию. С подробностями Тамара Горшкова. Индия гораздо ближе, чем кажется, и отправиться в эту сказочную страну можно прямиком из морского выставочного центра Музея Мирового океана. Здесь открылась поистине удивительная выставка. Ее создатели предлагают пройти маршрутом первого русского путешественника Афанасия Никитина. В далекую Индию русский купец Афанасий Никитин отправился 550 лет назад. Он стал первым, как бы сейчас сказали, тревел-блогером и написал труд под названием «Хождение за три моря». Замысловатые статуи, предметы индийской культуры завораживают. А с помощью вот такой интерактивной карты можно и самому на всех парусах отправиться навстречу приключениям. На первом курсе я написала реферат. Индия был мой реферат, Тадж-Махал, и это удивительная культура. Но вы помните, что в 70-е годы... Я 60-е, 70-е годы, популярными были очень индийские фильмы. И мы влюблялись в эти индийские красочные, удивительные фильмы с большим количеством музыки, танца. Наверное, это всегда для России была такая интересная страна. В открытии экспозиции приняла участие делегация из Индии. Ребята приехали в Калининград учиться. Они студенты мединститута БФУ имени Канта. Мы не ожидали увидеть такую красоту. Это просто чудесно. А какие танцы! Они выглядели прекрасно. Просто невероятно. Калининград очень красивый. Нам хочется открывать для себя этот город. Мы себя чувствуем здесь прекрасно. И люди очень приятны. Выставку украшают иллюстрации художника Александра Васильевича Мелехова. Он создавал их, когда его дочери Ирине был всего годик. Здесь полууставное письмо Афанасия Никитин писал скорописью, но художник сознательно пошел на этот шаг с тем, чтобы зрители могли разобрать это письмо. Мне так захотелось попасть и окунуться в эту атмосферу приятности. Я просто в восторге от этой выставки. В Калининграде индийской культурой заинтересованы и танцы. Отличный способ погрузиться в новый мир. Для меня было удивлением, что ты можешь показать абсолютно все через танец. Ты можешь показать и любовь, ты можешь показать и злость, ты можешь нет сказать. Музей Мирового океана продолжит приглашать в удивительные путешествия. Следующее экзотическое направление – Новая Гвинея. Тамара Горшкова, Михаил Любаум, Вести Калининград.